Если ты занимаешься на турниках и брусьях и не знаешь, где приобрести качественный, доступный по цене инвентарь, то тебе просто необходимо посетить магазин Workout. Перчатки для тренировок, всевозможные утяжелители, гимнастические кольца и многое другое. Кстати, я закупаюсь именно там. Ссылка на сайт в описании к видео. Всем привет, друзья! Вы попали на зарубу между эктоморфом и мезоморфом, и сегодня мы проверим скорость, выносливость и силовую выносливость. Мы будем делать, просто бежать на скорость, да, кто быстрее прибежит, тот и выиграл. Потом выносливость будем проверять так, будем бегать на максимальную скорость вокруг, и кто дольше, ну, кто дольшую дистанцию пробежит, да, по дольшему времени, тот тоже выиграл. И третье, силовая выносливость, мы будем отжиматься просто на максимум. Кто больше отожмется за один подход, значит, у того силовая выносливость в мышцах, да, мышцы работать будет дольше, и он выиграл. Ну что, поехали. Итак, друзья, мы начинаем упражнение на скорость. Кто выиграет в скорости, тот и лучший. Мы будем начинать вот с этого места и будем, короче, бежать вон до туда. Тут где-то больших шагов 30 получилось. То есть бежим до туда. Поехали. Раз, два, три. Раз, два, три. Итак, друзья, сделали три забега, чтобы было все честно, по правилам. Поэтому 1-0 в пользу мезоморфа. Идем дальше. Сейчас у нас будет проверка выносливости. Мы будем фигарить без остановки вот вокруг этого круга. И кто дольше по времени пробежит, тот выиграл. Поехали. Раз, два, три. When you thinking, damn, what is this? That's us. Making speakers bam when it hits like what? Give it some jams with that West Side stuff. Everybody hands in the air straight up. Put them to the sky so high now jump. Cheer something crazy when that bass line bump. We just getting started but that beat gon' cut. We just wanna party so tonight so what? Come on everybody put the drink down bounce. Pull up with a hottie to the Fink Town sounds. Give me something naughty when I sink downtown. When we getting started man I think right now. Gone, on with this new song. Play it again, hit the button, put that loop on. We go get your son, nigga, loose on. Let me begin, cause I know you're feeling too gone. Move on, summer in NY. Rhymes and good times on the upper west side. Unwind, let me see your best slide. Up, down, front, back, go left, right. Итак, друзья, мы пробежали практически на максимальной скорости. Минуту 30. Это было жестко. Примерно выносливость у нас одна и та же получается. Потому что мы бежали примерно с одной скоростью. Переходим к следующему испытанию. Переходим к отжиманиям на брусьях. Техника должна быть такая. Выпрямляем руки на полную, чтобы выключить сустав. И внизу делаем на 90 градусов, либо ниже. Но мы будем стараться делать ниже. Поэтому следите за нашей техникой. Будем делать по очереди. Погнали. На полную. Блин, я тебе говорю, мне дальше больно руку разгибать. Прям до пизды. Quixotic thoughts are not modest, but big dreams seem the theme to my wattage. So bright the beams of my cottage, at home with 100 watts, it don't dodge it. Pro libertate, compadre, we need freedom all day and always. No congestion, Mucinex, Beckin, fuck 83, I'm on the old Falls way. That's the scenic route for those laymen too. The hot route through the 41, ooh, oh, he did it again, what you gonna do? The cliche more play than the blue man group. I never tried to be played, cause it seemed uncool. Self-promotion's pulling. Ой, бля. У Славы локти болят, поэтому он как бы не до конца разгибал. Я сейчас буду до конца разгибать. Он сделает больше все равно, ребят, смотрите. Сейчас снимаешь, да, до конца? Окей. Тридцать два,
против 18. Он сделал 32, потому что у него перчатки более качественные. Итак, друзья, у нас получилась ничья, как и в прошлый раз. Я сделал один выигрыш тут в отжиманиях. Слава сделал один выигрыш в скорости, выдрал меня в скорости просто. И третье, это была ничья, когда мы тренировались, соревновались в выносливости. Поэтому давай братскую фигню. Все, а так, выполняйте, попробуйте, кто из вас круче. И увидимся в следующем выпуске. Не забудьте подписаться на меня и на Славу в инстаграмчик. И на канал обязательно. Все, пока.